Грот, я так представляю, вот тот с куполом. Надо смотреть. Сейчас я в те. Короче, это кухня. Мы посмотрели по карте. Это кухня. Грот, покажи мне грот. Это итальянский домик. Нет, это итальянский домик. Короче, мы идем в грот, и это он. Ой, какие тут тетеньки стоят. Вот грот. Сейчас мы про него почитаем. Ой, год, грот. В лишенном тени регулярном парке павильон грот итальянского грота пещера был особо необходим от палящих солнечных лучей. 1761 год окончание постройки. У нас с собой нет, пойдет тоже. Ух, какая красота! Весь в ракушках, весь блестит. Очень красиво. А, грот даже нет, тут все вон выложено. Этими. Я сама такая. Я иду всегда снимать видео, ничего не могу рассказать, потом начинаю читать. Все делает. Когда серии выходили под Москву, у меня же серии. Все из ракуши. Еще второе крыло такое, а вот из ракушек. Не-не-не, все, вообще идет, а. Из ракушечка. Какая статуя красивая вот эта. Вообще. Еще одна статушка. Она из тоже из ракушек. Вся целиком. О, а тут картины. Вот из всего этого и создается вот это подводное царство. Смотрите, как это выглядит. Какой-то он залез дома, Василиск, это вот это существо. Да, обалденно. Еще картины, да. И там еще маленький Василиск, это зелененький вот. Потрясающе. Два панно. Я в шоке. Ой, а там еще статуи внутри.
Женщина орёт на мужчину, который там что-то уронил на землю. В руке у нее орёшка. Прощаемся с этим прекрасным всем местом. Грот нас впечатлил вообще по полной всех. Просто потрясающе. Ленокая, пойдем. Идем. Ленок залип. Залип конкретно. Сейчас пойдем что-то смотреть. Это вообще очень красивый парк. Просто. Просто потрясающе. Мяша потеряла. Все. И дар речи. Ну что, посидим немножко на скамеечке. Хотите, нет? Вот на этой. Нужно идти на целый день. Мы как раз сейчас идем об этом и говорим. Потому что там вот пруд. Там впереди. Вот кухонный, вот. Кухонный павильончик. Хорошая у них кухня была. Мне понравилась. Вот. Кухня вот там, вот впереди. Вот это кухня. Хорошенький, да? Ничего не поняла. Это кухонный павильон. Я говорю, хорошая кухня у них была. А вон сзади еще один павильон какой-то. Тут надо ходить и ходить. Вот грот, где мы были, да, вот. И справа итальянский домик. А там, я не знаю, что. В общем, тут выставки и фарфора, и венецианского стекла. Были тогда? И оранжереи. Все это все запустили. Было все закрыто, мы были, но мы были давно, лет 10 назад. Вот, можно сидеть на лавочке и наслаждаться вот просто озером. Очень-очень живописно. Все отражения в воде этих домиков вообще. Ходить, гулять. Болотце местное. Уточки. Впечатлений. Даже уже выйдя за территорию. Ну, как бы это все равно территория. Все равно впечатлений столько, что. Вот эти все скамейки и все остальное. И вид. И вид со скамеек. А, вид. И камыши местные, В общем, спасибо, Кускова. Пока-пока, мы к тебе еще придем.